Во второе воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечали не только почтовые работники, но и рыбаки. Профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Наша съемочная группа побывала на берегу водохранилища Игумного. Секретами хорошего клева поделится Юлия Шпиль. Даниил – непомнящий рыбак со стажем. С 4 лет постоянно ездит на рыбалку со своим отцом. Прекрасно разбирается в правилах клёва, снастях и прочих особенностях лова рыбы. Выезжать на рыбалку нужно с восходом солнца, часа в 4 утра, советуют бывалые рыбаки. С утра по холодку и рыбачить приятно, и рыба лучше клюет. У рыбалки своя философия. Это время размышления о жизни, время покоя, умиротворения. А через минуту уже бьется сердце, и рыбак дрожащей рукой вытаскивает из воды долгожданный улов. Смена эмоций, адреналин, ликующее настроение. А если все это на лоне природы, хороший отдых сполна обеспечен. Даже если рыбачить весь день, к вечеру никакой усталости чувствовать не будешь, говорят рыболовы. Силы дает природа и свежий воздух. Да и скучать не приходится. На этом озере хороший клев. Но крючок тут попадают и карп, и форель, и сазан. Рыба до 8 килограммов. Каждый нужно знать подход, иметь свой ключик. Тогда богатый улов будет обеспечен. Более подробно о пользе рыбалки смотрите в четверг в программе «Будьте здоровы» сразу после новостей. Юлия Шпиль, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение.